Итак, друзья, сегодня у меня первая покупка на Озоне. Такой пакет. Должен быть термос. В такой упаковке. Адрес указан, все. Наиль Данилович какой-то там отправил. Так, с чего тут начать пилить? Упаковочка. Термос большой, можно было поменьше взять, но родник термос, немножко коробка пенлятая, на картинке так выглядит, ручка. Рывашка здесь. Упаковано. Нормально. Так, что тут? Пакеты все. Вынимаем из пакета. Коробка на первый. Вот так выглядит. Ведро и ведро. Нормально. Сейчас мы его испытаем. Здесь у меня и заглушки стоят. Здесь вот стоит, здесь вот нету. Может, здесь и не должна стоять. Носик. Здесь заглушено. Заглушка, может, вылетела где. Термос В. Так, 3 литра. Артикул. Тут что? Нержавейка. 3 литра. Амет. Ну так, выглядит хорошо. Сейчас зальем, испытаем, не течет ли. Так, по идее, не должен. Ладно, пока закончим, друзья. Проверим.